Да. Встань! Да папы что-то долго нету, я уже скоро и чай пить не захочу. Ты не говори, куда он там запропастился? На другой край света, что ли, пошел? Ну, давай сделаем слайм или снимем лайк. Дай посмотрю у тебя этот слайм. Классный. Милана! Мама! Фух, я дома наконец. Да. Что за дурдом? Какие очереди в магазинах? Ну вы где там? Это мы? Это ты где провалился? И не говори! Тебя хоть на край света посылай! Угу. Да в магазине очереди такие! С ума сойдешь! Кстати, я зато пока в очереди стоял, придумал очень прикольный челлендж. Предлагаю снять его. Что еще за челлендж? А вот крестики-нолики. Вы когда-нибудь с едой играли? Пап, где мы столько еды возьмем? Ну что, я зря в очереди стоял. Я, между прочим, уже все продумал. Пойдемте. Кстати, а еще тот, кто проигрывает, съедает невкусную еду. Итак, ребята, перед вами уже расчерченное поле. На этом поле вы будете играть в крестики-нолики. Я в этих яйцах буду прятать название еды. В каком-то яйце может быть сладкая еда, а в каком-то яйце острая или соленая еда. И, кстати, вы можете ходить как по наклонной, как горизонтально, так и вертикально. Поэтому вы можете вот крестики-нолики свои по-разному ставить. Ну что, начинаем? Кто готов проиграть? Ты готов проиграть? Нет. Итак, ребята, у меня в руках два яйца. Так. Что-то здесь спрятано сладкое, что-то не очень. Кто какое по цвету выбирает? Ладно, Милана, давай ты первая выбираешь, а в следующем раунде выберу я. Опа, мама тебе желтая. Открывайте, что у вас там? Ну-ка, давайте показывайте. Кто каким продуктом... Рафаэлла! Пап, ты же знаешь, мне нельзя острое. А я, папа, очень люблю рафаэлки. Спасибо. Так, Миланочка, держи твои рафаэлки. Так, ну мне у меня только один выбор. Мама, они невероятно острые. Будь внимательна, иначе тебе придется их есть. Так, ну что, давайте, первый ход Миланин. А я поставлю вот сюда. Ага. Тогда сюда. Ага. И я победила. Ты что, ты забыла, что по диагонали тоже можно? Ну, а я тогда могу съесть рафаэлку. Ребят, интересно, она правда острая? Ну, остро? Да? Да, такое есть. Ну, как-то у тебя есть, но кажется, по-моему, тебе это понравилось, нет? Почему у тебя из ушей не идет пар, как у этой женщины? Ну... Ох, как тебе понравилось. Держи, пожалуйста, тебе все чипсы. А мне все рафаэлочки. Сколько? Я смотрю, Милана не расстроилась, по-моему. Все равно рафаэлки вкуснее. Ладно, тогда переходим к другому продукту. Итак, ребята, в первом раунде победила мама. А я вам принес тем временем яйца. Что там в них лежит интересно? Яйца судьбы. Яйца судьбы. Кто выбирает какие яйца? Я выбираю яичко. Кто такое берет? Я выбираю. Да куда ты ушел-то? Дай мне розовое яйцо. А, тебе розовое. А мне желтое. Милан, Милан, так раз уж у тебя яйцо открылось, что там у тебя? Мороженое! Серьезно? Ну-ка покажи. Сосисочки. Ну, тоже неплохо. Ой, ребята, я даже не знаю, что выбрать. Ну что, айскрим Милана, мои сосисочки тебя победят. И я хожу первая. Я положу сосисон сюда. А я положу мороженое сюда. Так, сложный выбор. Тогда я положу сосисон вот сюда. Тогда я мороженое положу вот сюда. Думай, Милана, думай. Я положу сосисон сюда. А я положу мороженое. Та-та-та. Ну, в этот момент у нее тут такие, знаете... Шестеренки в голове.
загрузка идет. Стоп, ты же выиграешь. Куда? Ага, тогда я не дам тебе победить. И поставлю сосисон вот сюда. Нет, дорогая моя. Куда ты положишь? Ну тогда тебе не повезло. Эх, Милана, Милана, ну что ж ты сделала? Как вкусно пахнет. Да, повезло тебе. Что, тебе тоже повезло? Неплохо. Ребята, ставьте лайки, если вы любите сосиски. Ребята, я хочу вам сказать, что у нас осталось еще два раунда. Желтая. А счет 2-0. Я желтая. Да, я принес как раз яички. Ты желтое выбираешь? Хорошо, бери желтое. А мама, тебе тогда розовое достается. Открывайте, что там у вас? Печенье. Что-то мне вообще не везет. Печенье. А у мамы кислый лимон. Поздравляю. Я люблю, кстати, кислый лимон. Так, вот оно. А вот лимончики. Мам, пожалуйста, это ваша, это ваша. Ох, как уже все быстро раскидывали. Ох, как пахнет кислотой. Я хожу первая. Серединочку. Так, ты заняла мою позицию. Хитруля, тогда я возьму этот вкуснющий кислющий лимон и положу просто сюда. Так, ага, тогда я положу этот лимон сюда. Ты думаешь, ты мне перекрыла, да? Не встанчик. То есть ты хочешь сказать, что лимон буду есть я? Да. Пожалуй, так. Вкусно тебе, да? Я смотрю, очень, да? И совсем не стыдно, да? Так. А я прям дольку должна съесть, да? Ну, ты должна его откусить, как минимум. А, и знаешь, ты должна сделать вот так, смотри еще. Как бы лайки сейчас снимаю. Как лайки Милана сняла вчера, да, видео? Ну-ка, Милан, покажи, как мама должна сделать. Смотри, вот так. Да, ну ты должна откусить. Ну-ка, давайте смотрим реакцию, ребята. Раз, два, три. Я не смогу, мне это кажется сделать. А теперь... Не, ну что это? Ну как это вообще? Так, ребятули, четвертый раунд. Кто какое яичко выбирает? Кстати, сейчас кто? Я же выбираю, да? Да, я хочу желтое. Желейное. Яйцо. Жевательные конфеты. Милан, ты понимаешь, что мне попались сырые яйца, а это означает, что кто-то из нас их точно будет пробовать. Ну, не я. Яички и вот такие вот вкусные конфетки. Папа, ну ты, конечно, просто полный трэш придумал. Сердечки, девочки, сердечки. Кстати, я заметила, что конкретно сегодня в челлендже везет Милане на продукты точно. Тут все понятно. Знаешь, как это я так пригадываю, где сладкое, где нет? Короче, вот в первом раунде я выбрала розовое, ну, просто так додумывать. А во втором желтое, потому что папа сначала... Запутывает нас сначала, да? Так, он не будет ложить в одно и то же. А если я взяла желтое, папа потом такой, положу, тогда я еще раз желтая сладость. Я тоже так подумала, ты взяла желтое, это же логика должна быть. Все элементарно, Ватсон. Окей, раз хожу я, и у меня такая вкусняшечка, то я положу ее в самый центр. Ага, Милана. Так. Коварные мыслишки полностью внедряются, чтобы не попасть и не получить это яичко. Но, тем не менее, я... Девушка, я сейчас буду выигрывать. Я. Так. Да? Тогда я положу. О, я знаю. А стоп. Где же сюда? Ха! Что это? Ты научилась играть? У нас ничья. У нас просто ничья. Пап, а что мы делаем, если ничья? Да, а если... А куда? А если ничья, то
очки каждому достается участнику, но пробуйте вы каждое свое блюдо. Серьезно? Серьезно. Мама, я не хочу. Я смотрю, ты уже начала, да? То есть быстренько так все уже у нас. У вас первый раз ничья, но уже-то в этом раунде и вообще в этой игре побеждает кто? 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 Мама. Кто? Но мама должна свое попробовать яйцо обязательно. Опа! Ой, какая вкусняшечка! Я люблю яйца, но я люблю яйца приготовленные. А ты когда, подожди, ты когда-нибудь сырое яйцо пробовала? Не помню. Пынь! Ой, зачем ты это сделала? И все готовы? Посмотрите на меня, героищу. Героищу? Давай, героищу. Это очень невкусно. Давай. Нет, тут водичка, она не зайдет просто. Вкусненько. Да, давай тогда ешь. Давай, вкусненько ешь. Ребята, обязательно подписывайтесь на наш YouTube, лайк, Instagram и TikTok. Всем удачи! Боб. О. Что я не могу попробовать? Уже все? А вы что, не все? Я чипсы ем. Ребята, еще ставьте лайки, пожалуйста, нам. Всем пока-пока! Пока-пока! Папа, ты там чипсы нам оставь? Я тоже хочу! Не надо! Папа! Yeah!